По меньшей мере 20 роскошных особняков уничтожил огонь в округе Ориндж на побережье Южной Калифорнии. Лесной пожар вспыхнул здесь в среду и из-за сильных ветров быстро охватил значительную территорию. На борьбу со стихией была брошена пожарная авиация. Нам постепенно удается справляться с огнем. Полагаю, в ближайшие дни добьемся значительных успехов. К настоящему времени, насколько известно, пострадавших среди пожарных и гражданского населения нет. А причины возгорания будут установлены в ходе расследования. Серьезные пожары обходили стороной эти края на протяжении десятилетий. Если где-то вспыхивал огонь, его удавалось быстро локализовать. Нынешнюю ситуацию связывают с климатическими изменениями. Прибрежные склоны покрыты иссушенными зарослями кустарника, что способствовало быстрому распространению пламени.